вечеринки с университетом. Да. Вот так вот я выгляжу. Мы сидим на шахматном. Я тут слышала. Сегодня у меня странная шахматная. Это, короче, третий курс, второй семестр. Это мой влог-канал. Всем хлоп. Смотрите, у меня супер-камера. Ты что не реагируешь? Ладно. Давай напиши. Если я не очень выгляжу, всем барбер. Я не знаю, это просто такой, знаешь, там я снимала просто, как я иду. Просто у меня память, чтобы, если удалиться, вот. Это drink it. Суббота. 24 февраля. Да. А почему у тебя тут нет описания? Это просто, чтобы у меня памяти. Я думала, сейчас iPhone сломаю. iPhone пришла! Пятая осень пришла. Я помню, пара закончилась. Мы тут влог снимаем. Да. Дорога, у нее есть YouTube канал. Да. Уж знаменитостью. Да. Начало влога. Мы пришли в Гринки. Это Аня. Это Диана. И Наргиз. Посмотри назад. Посмотри назад. Хейтер с гона хейт. Почему? Ну, короче, в Дринките сидим и ничего не купили. Как-то раз друг с другом не здоровается. Диана проходит на улице, никак не слышит. Наигаться, такая кричит. Диана, Диана, сильно смотрит. Потом она не побежала. Очень умная. Тут наши зарядки. Мы ничего не купили, но из-за импульской еды мы не можем теперь заряжать. Как подростки на фудкортах сидят в картошку фри. Да. Если они сидят и выбирают что-то. Или из Магнума, давай еще купили. Ладно, не смешно. Ладно, короче, увидите на моем YouTube-канале. У нас усеки, и мы вот теперь телефон. Открой свой телефон для вида. Но я могу через 10 минут ее дать. Я потом, типа, такая, блядь, нахера согласилась. Поэтому я ушла оттуда. Ну, я такая просто сидела, улыбалась. Девочка просто подошла, взяла мою зарядку. Я, короче, ушла заказать. И она взяла просто и начала заряжать телефон. Я такая, нельзя было попросить. Я такая, ой, блин, извините, мне нужно было больше помочь, да ладно. Кстати, вы видите, какие классные. Ой, блин, ребят. Так, Аймгуль, привет, это влог в Ютубе. Смотрите, какая толпа людей. Нифига людей, так. Смотрите, у нас 30-летие, и вот такой сделали кучу стенд. Я не знаю, у меня такая кожа, я хочу уже на отдых. Капец. Вы можете закинуть? Я вторую. Сегодня день благодарности, и мы написали вот такие письма нашим учителям. Это для влога на YouTube. Ты знал, у меня есть влог. Мы пишем письма в день благодарности. Я написала где-то 5 писем. Она не знаю, сколько написала. Но я знаю то, что Эльвире Барспековне и Аса Цирикович. Назван Булатом. Аса Цирикович, который в шахматы играет. Да. Но он крутой, я вчера с ним играла. Да, ты всегда играла? Да. Эти письма потом они подарят 1 марта.
Салай, пока. Мы в кофейне. Смотрите, оверстудентизм. В кофейне всегда так. Бизнес. Они, короче, снимают, сняли уже видео и теперь аплодят. Как называется? Вот, классно. Покажи маленький фрагмент. Около университета у нас есть вот такая вот мечеть. Сегодня 1 марта. Смотрите, у нас такой стенд MU. Пока его не разобрали. Его недавно, вчера поставили, кажется. Вот. У меня сегодня закончилась пара, у меня был тест по английскому, по французскому, 150 слов эссе. Я вчера записалась на французский. Вот так вот. Я прям классно выгляжу, кажется. Смотрите, какая здесь есть библиотека, классная, прям очень-очень красивая. Вот такая вот машинка, флюкар называется. Сейчас буду сдавать флюорографию. Прикольно, я здесь первый раз. Смотрите, что у нас в мире прикольно. На улице лед. Этих аншутер никого нету. Сегодня 1 марта. Сегодня поменялся часовой пояс. На 1 час позже стал. Если давно было 11 вечера, сейчас 10 вечера. What's a lie? Второе марта. Недавно 15, поменялось время 15, у нас. 15:11, по факту 4:11. Кстати, вы посмотрели этот? Куда? Я должна тебя снимать. Все. У некоторых дата дня рождения поменялась. Да, сейчас 8:10 утра. Ой. Смотрите, какая библиотека. Пустая, классно прям. Смотрите, они купили такое вот интересное тако-мако. А может? Ладно, уходите. Мы кушаем в каком-то рандомном кабинете. Мы забронировали коворкинг. Сегодня, смотрите, здесь кто-то уже сидит. Ну ладно. Просто хотела заснять. Я после вечерней пары. На остановке. Смотрите, какая красивая девчонка. У нас сегодня турнир по шахматам. Смотрите, Милана играет. А у меня 5 поражений из 5. А у тебя? Сколько поражений? У меня 2 поражения. 2 поражения. Классно. Который попадет на YouTube. Смотрите, мы оделись идентично, одинаково. Черные штаны, черная футболка, черные волосы, черные сапоги. Смотрите, даже сумки одинаковые.